Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской республики об игорной деятельности в Кыргызской республике и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности. Согласно указу, игорной деятельностью вправе будут заниматься только юридические лица на основании лицензии уполномоченным государственным органам сроком на 10 лет. Выдача лицензии будет осуществляться на платной основе в порядке, определяемом кабинетом министров. При этом игорное заведение не может быть размещено в помещениях детских садов, других учебных заведений, медицинских учреждений культуры, а также в жилых помещениях. Кроме этого, клиентами игорных заведений не могут быть граждане Кыргызской республики, иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста, недееспособные иностранные граждане. Президент Садыр Жапаров также подписал указ о повышении статуса и имиджа предпринимателей Кыргызской республики. На основании указа вводится звание «Заслуженный предприниматель Кыргызской республики». Теперь добросовестные предприниматели получают право на получение служебного паспорта Кыргызстана, смогут бесплатно проходить в аэропортах через залы официальных делегаций, бизнес-залы и VIP-залы. Заслуженные предприниматели будут включаться в состав государственных и официальных делегаций во время визитов президента Кыргызской республики за рубеж.